Вот. Сейчас я хочу предоставить слово председателю организации ветеранов Государственной МВД Максаеву Николаю Алексеевичу. Сто лет назад случилась Великая Октябрьская революция, и на третий день была создана милиция, народная милиция. Это рабочие крестьяне, которые начали охранять общественный порядок. И вот вчера, 10 ноября, мы отмечали столетие советской милиции. Советская милиция на протяжении всей своей жизни становилась и работала, пока не была советская власть. Но это почему народная? Потому что весь народ участвовал в охране общественного порядка. И вот до 91 года мы не только работники милиции, которые были в погонах, но у нас еще были народные дружинники, которые ежедневно выходили на охрану общественного порядка. Это ваши сейчас дедушки, прадедушки, бабушки, все они, которые работали в трудовых коллективах, все занимаются охраной общественного порядка. Мы надеемся, что в новых условиях продолжится такая же традиция, когда все граждане будут участвовать в охране общественного порядка. Надеемся на то, что в будущем у нас не будет никаких правонарушений. Хотим, чтобы вы выросли честными, добросовестными, настоящими патриотами, патриотами нашей страны. Чтобы ваши достижения, которые вы сейчас начинаете, такой турнир, чтобы, может быть, кто-то из вас станет чемпионом нашего государства, а кто станет чемпионом мира, как Корячин. И наша знамя будет, то есть Российская Федерация будет вновь и вновь блестеть во всем мире, чтобы мы знали об этом. Так что желаем вам успехов, победить не только в этом турнире, но и в будущем, и в жизни, и идти вперед. Спасибо. Из организации «Турнира» будет просить вам. Историко группа «Гвардия», Донское отделение народное ополчение Республики Крым выражает благодарность Максаеву Николаю Алексеевичу за активное участие в подготовке и проведении соревнований по шахматам, посвященных столетию Советской милиции. Спасибо. Шахматы дают вам возможность размышления, рассчитывать шаги на несколько, как говорится, рассчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Дают возможность вам развиваться, дают возможность вам в жизни достигать побед. Почему? Потому что в любом спорте, в любом спорте, движение вперед и желание победить – это как движущая сила. Поэтому, дорогие мои дети, хотел бы вам пожелать успехов в вашем шахматном турнире, чтобы, говорится, вы выиграли, и каждый из вас пускай мечтает о победе. Спасибо.